Так, ну что, сегодня еще один новый день. Вот. А она стоит еще вот здесь. Вот. Я чувствую, что сегодня день будет совсем непростой. Вот. Потому что нужно все делать по красоте. Ну, а кто в этом не понимает или по красоте не надо, ну, значит, вам не ко мне. Что я могу сделать? В общем, подымаем ее. Вот, и делаем максимально. Заказчику я рассказал про то, что она течет. Течет и довольно неплохо течет. Вот, поэтому решение принимает только он. Поэтому сейчас мы будем смотреть, что там с тосолом, что он льется, что там с хомутами. Вот, сразу говорю, простые хомуты на шланги от этих машин, это же не Жигули, там немножко другие шланги, устанавливать нельзя. Они передавливают, хомут передавливает шланг, надо ставить такой специальный зажимом. В общем, сейчас будем смотреть хомут, будем смотреть, какой диаметр и делать. Мыли датчик, вот, замкнули левый и правый контакт, центральный и правый. И идем смотреть. И что мы видим? Задний ход у нас горит. Вот, все есть. То есть, в принципе, датчик можно выбросить. Ну, в общем, будет новый датчик, я ему поменяю. Я продиагностировал, что, в принципе, система электроники у него рабочая. А коробочка течет. Я ее только потрогал, и она у нас протекла. В общем, снимаем этот датчик. Сейчас ему развальцую. Вот. Ну, максимально его попробую почистить. Если получится, то будет работать какое-то время. Вот. Но опять же, перед установкой датчика, если не решится вопрос с этими течами, вот, установить новый датчик будет то же самое. Поэтому бесполезно. Сейчас я его почищу. Ну и придется, наверное, покупать герметик и обмазывать вот эту юбку, которая. Потому что, вот я вам могу показать, если кто-то думает, что они там герметичные, нет. Вот он в этой юбке, вот он шатается. О. Раз-два. Поэтому почищу и максимум на герметик по контуру. Ну и какое-то время поработает, но это не выход все равно. Задний ход пропал опять. Вот, датчику жопа. Вот, спасать там бесполезно, что? Ну а так все уже сделано. Вот, поэтому, как бы, сейчас я еду за хомутами, вот, а датчик под замену, ничего не сделаешь. Да, вот это сварка, конечно, глушителя. Машинка, конечно, интересно сделана, но... Наверное, а-ля Мироновка. Ну, наверное, или Мироновка. А кто угадает, чем варили, ну, пусть напишет. Говорит, поварили глушитель. А что, так можно было, что ли? Ну, я не знаю. Зачет. 100 баллов. 100 баллов, конечно. Так, все причесал, все убрал. Установка сигнализации самой была неправильная. Вот, все позаизолировал, то, куда влазили. Вот, ну, коряво как-то они все это поставили. И конвой для Рено — это не самая лучшая сигнализация. Вот, ну и вот все потроха, в принципе. Короче, сделано.
сделано в Украине. А, не, не сделано. Это не сделано в Украине. Это пороблено, пороблено в Украине. Замок победили. Свет фар сделали. Старую сигнализацию, неправильно установленную, вырезали. Вот. Ну, подтянули хомуты. Менять не стали по причине разбухших шлангов. Там бесполезно. Лишь только подтянули. Ну, а так вроде все. Шланги нужно менять. И течь с коробки идет.